Я считаю, что генетически человек очень предрасположен, особенно на борьбу верхом. Боковая борьба, где-то надо подработать. Понятно, что этого нет в арсенале. Но верх реально, если его поставить, верх прям очень достойный может быть. И может прям при этом нескольких месяцах до полугода подготовки, именно целенаправленно, я думаю, он прям может спокойно выходить на соревнования, особенно в супертяжелом, да, дивизионе, где есть конкуренция, да, но как бы она не такая, как, допустим, в среднем весе, да, там не такая плотная борьба, то я думаю, он там может прям занимать спокойно первые места и ехать сразу на чемпионат Европы или мира.